И всем привет, дорогие зрители, с вами снова Любопыт, и это новое видео по игре Evil Nun. Тут недавно вышло обновление, хотя я думал, после последнего обновления, вот где ты детей спасаешь, уже никаких таких вот значимых обновлений не будет. Ошибся, тут, в общем, много всего нового напихали. Начнем с того, что тут изменили дизайн меню, добавили еще, кстати, магазин, в котором можно всякие ништяки покупать. Давайте посмотрим, что там за ништяки. Где магазин? А, вот магазин. Так, ваше улучшение. Двустволка, суперзрывная кукла, кроссовки невероятной быстроты. О, огнемет. Дополнительная жизнь. Круто это. Взрывной горшок. Так. Ну посмотрим. Так, злая монахинь. Что тут? О, тут всякие для монахини прибамбасы. Короче, потом все будет смотреть. Прогресс. Открыть бункер. Открыть бункер уже откроется. Вы знаете, что скрывается за этой дверью прямо сейчас. Не нужно ждать. А куски маски покупать на... Так, я не понял. Украшения. Ну, тут всякие украшения, всякие аксессуарчики. Так, стоять, я не понял. Почему там все заблокировано? Я же вроде как все прошел. Не знаю, там еще сказано, но... Стартовая комната изменена, и там какой-то секрет. Что это за секрет, я понятия не имею. Сказано еще, что здесь новая концовка Game Over в этой игре. Да-да-да, новая концовка Game Over. Вот на нее мы сегодня и посмотрим. Так, сон. А это что, режим? Так, так. Правило, монахини не появляется, все двери школы открыты, найдите все буквы D, R, E, A, M. У вас 3 минуты, чтобы их найти. Одна попытка в день, 24 часа. А, вот еще и режим сон добавили. Понятно. Ну чё? Значит, берем уровень сложности легко. И погнали. Тут еще на безспрятанные монеты. То есть я могу монеты эти искать в школе и также получается прохождение. Так, Easter Egg, Джон Волф. Чё я нашел? Так, всякую фигню пишет. А, блин, я свое собственное имя не ввел. Так, я должен покинуть школу. Ух ты ж! Да, тут все обновилось. Стол какой-то. Вот моя кроватка. А это что? Комик с Джона Волфа. Взять могу. Человек-паук. Amazing Fantasy Spider-Man. Понятно. Старая книга. Это монахини думают только о дьяволе. Ну, сейчас ко мне монашка придет. Но тем более мне надо слиться. 5. Опа, а почему здесь все пусто? У меня что, все слетело? Блин, это плохо. О, стоять, а это там что? Что это такое? Что это вообще такое? Ой, ну все, монашка сейчас ко мне точно придет. Что там за решетка? Там что-то есть, что ли? Это очень интересно. Хм, прикольно так. Ну ладно, мы потом все ништяки будем потом покупать. Сегодня смотрим на концовку. О, монашка. Монашка, убей меня. Эй, дура. Давай, убей меня. Бабах. Да, интересно, что там за штука. Ну хорошо, теперь хоть бункер с самого начала открыт. Так, день второй. Забыл поставить тут собственное имя. Ну ладно. Так, я должен покинуть эту школу. О, а это у нас тут что? О, баблосы. Монеты. А где монахиня? Ну давай, я жду, пока ты меня убьешь. О, вот ты где. Бабах.
Я забыл, деньги еще можно в ежедневной награде получать, вот. Последний день? Как? Тут теперь что, как в Мистере Мите? А, блин, а чтобы дополнительно 2 дня покупать, надо платить. Да не офигеть ли? Да, кстати, ну тут хорошо с самого начала даются 10 тысяч халявных монеток. Это очень хорошо. Ну ладно. Значит, сейчас быстрее концовочку увидим. Давай, дурацкая дверь. Падай. Бам. Здорово, монашка. Так, ну не нужен мне еще один шанс. Так, ой, блин, это старая концовка. Это старая концовка, нет. Мне нужна была новая. Игра закончена. Назад в меню. Ну ладно. Попробуем еще раз. Сейчас точно нужную дадут. Я скоро вернусь, кстати. В это воскресенье вернусь. Баба! Сразу он к ней пришел. Так, день второй. Сейчас еще пару раз сдохнем и покажут концовку. В этот раз точно, надеюсь, новый. О, теперь пишет я Кирилл Тарпанов. Че, мое собственное имя поставили теперь? Не знаю, наверное, баг был какой-то. Ух ты, пух ты. Монетки. Пригодятся. А где монашка? Где ты? А, вот ты где. Бабах. Давай, сейчас еще раз тебя найду. И покажите мне новую концовку. Последний день. Ну, деньги-то у меня хотя бы есть, по-моему, на покупку дополнительных жизней. Надо будет купить. То, блин, это не прикольно. В Мистере Мите и то больше жизни. Ну, хотя здесь можно заплатить 15 монет всего лишь. За второй шанс. Ну, хотя это только одну попытку дадут. Ну, давай, монашка, я тебя жду. Здорово. Бабах. Ну все, сейчас концовочку посмотрим. Опа-на! Это же я на кладбище. Стоять, я где это лежу? Опа. Я в гробу, что ли, лежу? Она закрыла гроб и... Что она делает? А, она меня закапывает заживо. Положила меня в гроб и заживо хоронит. Это жесть. Жесткая концовочка. Но прикольная. Все ждал, когда в монашку добавят еще одну концовку Game Over. А то, блин, с одной как-то неинтересно было. Даже в Мистере Мите есть разные Game Over концовки. И в Грэнни тоже. В Грэнни их вообще дофига. В монашке всего одна была. Теперь хотя бы 2 будет. Ну, на этом все. В следующем видео по Evil Nun мы будем покупать в магазине всякие ништяки. Посмотрим, что они делают. Ну а на этом все. До свидания.